продолжение популярной тактики вышло как-то уж очень быстро. Все едва успели наиграться в оригинальную игру, как появилась следующая часть почти бесконечной истории. Бесконечный, потому что рассказ о противостоянии революционеров и людей из бывшего законного правительства на этом вовсе не заканчивается, так что возможны варианты с еще одним дополнением. Итак, ситуация сложилась типичная, ни нашим, ни вашим. Главу правительства революционеры все же отправили в расход, а вот одна его заместительница все-таки уцелела, нашла где-то кучу денег, очевидно секретные счета в Швейцарии, и призвала на службу Мигеля Гарсия, бывшего офицера гвардии Альваро Дефенси. С его помощью была освобождена бывшая база американских войск в стране, после чего команда наемников перешла к активным действиям, направленным на очередную смену власти. Обычно с выходом дополнений в играх появляется немало изменений. Здесь сложно однозначно высказаться на эту тему. Изменилось многое и почти ничего. То, чего фанаты ждали и что должно было наверняка случиться, а именно прибавление новых видов оружия, выразилось только в появлении сомнительной ценности дуплексных патронов. Так что ничего абсолютно нового для себя вы не найдете, кроме новой кампании. Зато многое поменялось и улучшилось по мелочам. Рекордный срок выпуска дополнения не мог не сказаться на мире игры. Это раньше мы могли гулять где угодно, получать задания от местных жителей и выбирать сторону конфликта. В новой кампании рамки довольно жесткие. 12 миссий, выполнять которые нужно в строгой очередности, ничего дополнительного, никаких вольностей. Впрочем, фирменная особенность игры все же сохранилась. Большинство заданий можно игнорировать. Это лишь отразится на зарплате и иногда может внести коррективы в выполнение следующих заданий. Есть и возможность стать козырем для любой из сторон. Выбор за вами. Это сохраняет интерес к повторным прохождениям и перебору вариантов. А что было бы, если бы я сделал так? Но если с оружием у нас все довольно скучно, то с наемниками дела обстоят куда лучше. Все бойцы из оригинальной игры на сей раз объединились в один каталог с главными героями оттуда же, на манер агентства из «Джагед Альянс 2». Нанимаются они всего на одно задание, но зато под свои знамена можно призвать любого бойца. Любители поспорить, кто лучше, Ламберт или Иванов, отныне могут свести их в одном отряде и сравнить на деле. Само собой, наемники не бездельничали, пока шло время между основной игрой и дополнением, и каждый из них несколько улучшил свои показатели. Не стоит рассчитывать, что теперь у вас в руках окажется команда людей, которых вообще не надо тренировать, но 2-3 единички в большинство характеристик получил каждый. Так что смотрите на цены, а они остаются прежними, сколько бы ни приобрел боец под вашим командованием, и набирайте команду себе по карману. Чуть легче стало жить и тем, кто раньше представления не имел, сколько всевозможного разнообразного оружия есть в игре. В дополнение вмонтировали энциклопедию, отвечающую на большинство вопросов о тех или иных образцах вооружения. Правда, больше внимания уделяется истории создания оружия и его описанию, нежели конкретным советам. Самое же замечательное нововведение — новый режим одиночной игры. Называется он «Схватка». Вам предлагается попытать свои силы на любой карте, выставив на нее до 6 отрядов. Наемники и оружие здесь не имеют цены, в том смысле, что вы можете набрать в свой отряд совершенно любых бойцов и вооружить их чем угодно, соорудив таким образом бой своей мечты. Этот режим интересен и тем, что в нем в отряд можно взять любого персонажа из игры, от карабинера до городского жителя. Навыки последнего весьма условные, но зато вы узнаете, как могут воевать обычные гражданские, если им дать в руки оружие. К сожалению, от этого игра все равно не стала поддерживать мультиплеер, и свои невероятные способности можно проявить только против компьютера. От дополнения к 7.62 все-таки ждали большего. Но учитывая сжатые сроки и увлекательную кампанию, можно сказать, что и на этот раз разработчики не ударили в грязь лицом.